В общем, ребят, сейчас очень важная информация. Я хочу вам сейчас ее сказать. В общем, я сейчас буду устраивать кубок мобильных фиферов. Есть участники, есть команды, есть так далее, страны и так далее. Есть правила, все уже есть, нет участников. Ролик я уже тоже подготовила. Так что, кто хочет участвовать в кубке мобильных фиферов, тот пишите под комментарием под этим роликом. И, возможно, через пару часов я этот ролик удалю. Но просто хотел вам сказать, что если хотите, участвуйте. Так что я вас всех буду ждать. Вот так, пишите в комментариях. Потом, кто отпишет, мне не хватает еще 4 участника. Так что вот так, пишите 4 участника, как раз которые нужны. Вот. Только человек должен быть ответственный, должен снимать на свой канал, как бы, реакцию на жеребьевку, там, время точно знать, когда выпускать ролик, как бы, то есть, допустим, назначается время матча, и точно в это же время, допустим, в этой же даты выкладывать ролик, а не так чисто стоять на месте и ничего не делать. Если есть такие люди среди моих подписчиков, то я готов вас как бы в свой кубок типа загнать, а дальше инсайд, анонс и так далее будет уже в следующих роликах. Ждите. Но вы должны написать в комментариях, кто хочет участвовать. Гоу!